И еще в Уфе завершился финал 5-й спартакиады молодежи России по боксу. В соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов из 43 регионов страны, в том числе боксеры из Калмыкии. Бронзовую медаль турнира в весовой категории до 52 килограммов завоевал Богдан Эльзетинов. В финале он уступил представителю Московской области Дмитрию Двали. Кроме того, уроженец Калмыкии Арлтан Абушинов, выступающий за команду Санкт-Петербурга, завоевал золото спартакиады. Арлтан – курсант Санкт-Петербургского университета МВД России. Он провел 3 боя. В финале победил Магомеда Шамсаева из Чеченской Республики.